Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, и мы продолжаем проходить Мини-Дум 2, сегодня заключительная серия. И когда вы увидите уровни, а особенно последнего, финального босса, с которым я сегодня сражусь, вы просто обалдеете. Это серьезно игра года, это, наверное, одна из лучших игр в этом году, в которые я играл. Это супер! Я смотрю, у нас на канале последнее время одна сплошная годнота появляется, да? Обожаю такие игры проходить. Ну чё? Ой, The Abyss. Это же бездна. Nightmare, поехали. Это же с Hollow Knight, бездна. Точно. Так, что тут? Ой-ой-ой, это и правда бездна. Тут одни черепа. И кусочки металла, я смотрю. Все как-то подозрительно тихо и просто. Серьезно? Меня игра учит играть вот сейчас, вот когда я прошел столько жестких уровней. Мне кажется, игра прикалывается надо мной. Или разработчик, да? Разработчик шуточки шутит. Когда я уже собрал такое огромное количество разной брони. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Такс. И уже сохранялка так быстро. Что с этой бездной не так? Объясните мне. Тихо. Не надо. Я слышу по звукам, они телепортируются сюда. Причем элитные монстры телепортируются, да? Опа, лови. А, элитный. Бабамс. Хорошо. А мы сегодня так аккуратненько так играем, я заметил, да? Ох ты! Ох ты! Тихо, тихо! Тварь какая, иди сюда. Аккуратненько мы играем. Только я сказал, что мы играем аккуратненько. Как играть аккуратненько, мы сразу же перестали. Ну ладненько. А это, так понимаю, на адском языке написано, да? Что, типа, двери открыты. Да, да. Типа, локдаун. Только на адском языке. Чё-то где-то я такое уже видел. Реально знакомый уровень. И главное, следить надо за всем. Ну, это такое, я смотрю. А, вот тут хотя бы можно передохнуть, и то ладно. А то я уже сосредоточился. Так. А тут надо как-то по-быстрому его. О, видали, как красиво делаю? Выстрелы. Ну-ка, лови. Тут секрет, это я вижу. И патроны к БФГ. Тут секреты нет? Нет. Жизни пока хватает, все пока спокойно.
Еще? А я ведь умру сейчас. Если они не перестанут. Это реально было. Это такое впечатление, что игра повторяет уровни. Такое было уже. Вот такая комната, она уже была, серьезно. Я понял смысл этого уровня. Меня как будто бы в прошлое кидает. Только вот вопрос, а куда мне дальше-то идти? Я что-то и не вижу. А, вон дверь, ага. Тихо. Смотрим внимательно. Сейчас кто-то появится. Они в любой момент. Вон. Манкубус. Рар. Лови. Так, немножечко. А, все. Котлы. Оп-оп-оп-оп-оп. Не надо. Не надо вот этого. Стойте! А почему лава наверху? Вот оно что, это перевернутый мир. Вот оно что. Он живой. Тем не менее, я, кажется, вижу секрет. Да. Пасхалка? Нет, не пасхалка. Патроны к БФГ. Ого, это чё? Армор Макс, Шилд Буст. Слушайте, армора все больше и больше. Тут тоже секрет? А выглядит как секрет, между прочим. Ну, армора у меня, конечно, хоть отбавляй. Хотя нет, не надо отбавлять, пожалуйста. Не надо. Тихо. Во-во-во, вот это я уворачиваюсь, конечно. Вот это я мощный. У меня лучший лазер. Ничего не знаю. Ничего там нет? Ой-ой-ой-ой! Нифига себе, вот это... Вот это сейчас неожиданно было, да. Соглашусь. Еще одна сохранялка. Вот сейчас внимание. Вон она, пошло, пошло дело. Ну, кто еще? Бамс. Пау. Пилить. Ну, появляются и появляются, и ладно. И ничего страшного. Пока справляемся. А чё мелочиться-то? На! Ага. Так. Все, нормально, видно. А то вдруг не видно, куда ракета летит. Вдруг патрон, ну, исчезнет. Такое же может быть. Перевернутый мир. А то я думаю, чё такое все знакомое? Тут нет секретов. Давай проверять. Проверять надо. Конечно же. Так, это я что подобрал? Ой. Ой. Ой-ой-ой.
Ничего не знаю. Нажимаем. А чё это за такой черепок? Чё он делает-то вообще? Ага, смотри, идет кто, но... 17 ракет, не слабенько так, да? Все, теперь вооружаемся. Ну тут по-любому битва будет. Это же самое неудобное место. Да ну! А я раньше думал, что пила только одну цель пилит, а остальные пропускает. Удобно. Так. А чё? Я ж могу так. Чё ж я так это... Трачу патрончики. Что это? Так. Сейчас будет. Сейчас будет. Вот он уже здесь. Ах, это босс, да? На! Он сейчас сюда телепортируется. Тихо! Ничего не знаю. Где еще? Ну, бафуга помогло быстренько с ними справиться, да? Ой, а там вообще шипы. Не спешим. А, чё, так что, мне назад, что ли? О! Там мог быть секрет вполне. Мог. Ой, туплю я. Вы чё? Эй, меня убьют сейчас. Я не понял. Все. Хорошо. Так. Я вроде как готов. Оп. Ара. Тихо. Во-в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 о. Вот это я понимаю. Другой. Ой, рванет сейчас все. Чё ж творят-то? Чё ж творится-то? Жизни. Ага, то есть ты хочешь подарок. О, руна. Есть. А здесь... Видали, как круто могу? Еще и бочки уничтожил. Вообще красота. Так, заряжаемся. Убивают. Рау.
Ой, не надо меня прямо вот так вот убивать. Ну вот уже посложнее немножко стало. Так, давайте сначала ревенантов. О! Вот это я понимаю. Хорош! Тихо! Все? Успокоились? О, они успокоились. Все. Ну, значит, я спокоен теперь. Так. Немножечко... Эй! Ну зачем? Зачем так пропускать? О, паучки. Маленькие мозги. Так, вот это не надо. Стой! Он успел, что ли? Раз, два и три. Спасибо большое. Взял мне последнюю броню, снял. Красава. Боюсь туда прыгать. Думается, ничего там хорошего нет в этой яме. Кстати, я заметил, что иногда из пауков, из мелких, выпадают патроны к БФГ. Так, на, лови. Вот здесь вот сейчас мне будет точно... Ох ты! Не смог упасть. Ааа, как а демон. Тварь такая. Раз. Два. И пару этих. Все. За этим следим внимательно. Они хоть и мелкие, но тоже могут нагадить. Что такое? Кто убился? А, я думал, в этом коридоре на меня нападать будут. Вот сейчас будут, вот сейчас. Ну? Ой, локдаун. Ой-ой-ой. Умри! Та-т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 а
Умри, 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 умри. В итоге умер я. Ладненько, я вас понял. Умри. Ой, все плохо. Я думаю, здесь мне тоже понадобится БФГ. По той простой причине, что самонеры... Вот, все из-за самонеров. Стоило мне их уничтожить.
Как сразу же все, видите, их наступление заглохло. А они даже не элитные самонеры, они довольно-таки жирные, я вам скажу. Ну, это видно. Если с БФГ не умирает самонер, то это как бы показатель жирности, да? А, понял. Нет? Стой, 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 стой. Так, 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 так. Ах ты, вот ты какой, да? Стой! Пилить буду. Вот и патроны. Хорошо, идем. Вот там наверху что-то есть. Вот что только, я не знаю. Ой, сейчас я спрыгну. Вот меня сейчас убивать-то будут. А не, наоборот. Вот сейчас будет. Умри! Так. Чё-то... А, легко. Не надо. Откуда ты взялся? Ты меня-то не убей, алё. Как тебе такое? Убил? На. О. Все, успокоились. Это барон, да? Барон Ада. На картинке нарисован. Пам-пам-пам-пам. Все, готов? К дальнейшим приключениям. Нет. Ну нет. Да реально, они... Вот это прям раздражает, вот эти зомби. Куда я? Это баг такой или что? Слушайте, а зомби реально сложно. Ну и тебя. Они реально жесткие, эти зомбики. Я... Только не надо появляться. А, эти враги всегда тут есть, я понял. Я просто побоялся, что сейчас опять они появятся, самонеры, и я буду страдать. Но я и так буду страдать. Тут есть от чего страдать, да? Они сквозь пилу... Вы чё? Как это... Как пройти вот это? А, понял. Ну, кстати, да. Но тут... Он же тут не появляется. А, они только в этой... На земельке, да? На специальной. О-о-о! Хелс Макс.
Еще больше жизней, как у кота. 9 жизней, давай. Больше брони. Что-то меня прям жизнями задаривают. Это неспроста. Да. Ну все. О, это что? Это бессмертие? Это по-любому бессмертие. Мегасфера. Ой, чувствую сейчас. Ой, сейчас чувствую я. Да! Поехали! Давай! Мясо! А немного? А немного ли? Это что такое? И главное, все на полную мне дали, прям, да? Давай! Хорош, хорош! Не, ну это жестко, но это не смертельно. Это жестко, но не смертельно. Это можно осилить. Так. Это можно осилить. И мы это осилим. Умрите! Воу! Тихо! Это... Тихо. Я мощь. Давай. Все. Всех уничтожил. Еще остались эти. Что? Это что было? Что случилось? Это типа такой 8-битный хоррор начался, да? Типа. Глюки. Че это такое? Ну это прикольно, это забавно. Это, видимо, опять пасхалка. Сейчас ту-ду-ду-ду-ду-дун, да? Или супоплекса. Ту-ту-ду-ту-ду-ту. Пум. Не, все, закончилось. Приколка. И что? Ух ты. Ну это точно финал. Прям финальный финал. А, это знаете что? Это босс второго дума финальный. Точно. Ну поехали. Nightmare. А это прям уровень или босс? У-у-у. Что, прям так и будет? А вы чё?
Они зависли. Что это? Что происходит? Что тут происходит? Это меч! Так это же меч, который... В конце четвертого дума, нет? Не этот ли самый? Да, это он. О, тихо. Че, кто там? Тихо. Вот эти почему на месте стоят? Ребята, что с вами? Что происходит? Это так... Это у лавы такой звук? Серьезно? Мне жизни... Меня уровень точно к чему-то готовит. Это кто? Разработчик! А, секретная руна из него выпала. Это разработчик мини-дума, что ли? Или какого-то? Или какого-то другого дума? Да, такая, по-моему, была пасхалка в старом думе. Похожая пасхалка, по-моему, в старом думе была. Ну все. Ну а можно звуки-то нормальные вернуть? Или так? Или сейчас будем... Нет! Чё это? А музыка? Как убивать это? А как убивать-то ее? Стену-то эту. Я не понял. Может быть этим соул-кубиком? Это как... Мозг. Пам-пам-пам-пам. Это как Санс в начале. Типа... Это мозг. Этот мозг закрыт. Давай, я уже выучил твою атаку. Давай. Пам-пам-пам-пам. И ничего мне не нанеслось. Вот так вот. На. На. Лови. Тварь. Лови. Ну
На! Так. Сфера. Тихо. Удар. Тихо. Ну как? Эта штука меня убивает. Что происходит? Что это такое? Куда мне идти? Это чё? Чё? Опять заново? Да ладно. Жесть полнейшая, никак не могу пройти, но я буду пытаться, пока не получится. Тихо. Попал я хоть? О, нет, не убивай. Получше лови вот это вот. А? Я лучше даже так сделаю. Не буду сразу сферу брать. А вот сейчас возьму. На. Не туда.
Ой-ой-ой. Сфера. Броня. Еще немножко. Давай. Сдохни. Нормально. Флаг человечества. Все, в отпуск. Солдат был... Доказал, что он слишком крут для ада. И снова восстановился баланс и мир. Но что-то не так. Ад следовал. Последовал? Ад на земле, что ли? Обратно к работе. Да ладно, это еще не все? Да ладно. А, не, это все. Ну... Это круто было, конечно. А что, так раньше было? Это типа первая версия, что ли? Серьезно? Это первая, это музычка первого уровня. Но я вам так скажу. Это одна из лучших игр, в которые я когда-либо играл, серьезно. О, БФГ. БФГ. Вон, все монстры испугались БФГ. Уровни. Показывают.
И еще звук пластинки я слышу. Типа как ностальгический такой звук. А всего сколько уровней? 10, да, получается? Башня. Так. И вот 10, наверное. А, нет, темная цитадель 10. Бездна. И... да, 12 уровень. А чё я мёртвый-то валяюсь? В смысле? А, вон. 4... ага, пандемониум еще. Дополнительный уровень. Так, был тут. Везде был, везде. Везде я был. 57 очков из 85, секретов 68 из 107. Ну, неплохо. Больше, чем 2 трети секретов я открыл, по-моему. Все. А я говорил, что будет супер круто, друзья. И самое крутое то, что я прошел эту игру на максимальном уровне сложности. Ну да, я не нашел все руны. И на самом деле я прекрасно помню про комнату, про которую вы мне писали. По-моему, в пандемониуме нужно было 24, что ли, руны собрать. Но самое главное, я одолел этого босса. А это был реально сложный босс. Я потратил, наверное, ну, попыток так 20-25, может быть. Ну, где-то около того. Серьезно, еще раз повторяю. Игра года. Разработчику невероятное уважение за проделанную работу. Видно было, что игру он... или сколько там человек над игрой работали. В общем, игра сделана реально с душой. И... это круто, это видно, очень крайне максимально качественный продукт. Еще раз спасибо всем, кто эту игру создавал. Вам, ребята, спасибо, конечно же, за просмотр. Ну и, конечно же, что остается? Наверное, поставить лайки, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Ну, конечно же, чтобы не пропускать мои новые видео, которые, как вам известно, на моем канале выходят каждый день. Все, всем пока!